Всем привет! Сегодня мы рассмотрим телефон Land Rover VS8, который хорошо себя зарекомендовал в строительной сфере. Этот телефон – представитель самых прочных телефонов своего модельного ряда. Этот аппарат может пережить практически все. Вы можете бросать его, и ему ничего не будет. Вы можете переехать его машиной, и ему также ничего не будет. Вы можете выронить телефон в лужу и искать его там 10 минут, и опять же, ничего не будет, найдете его целым и невредимым. Пройдемся по корпусу. С левой стороны одиноко расположилась кнопка фонарика. С правой стороны в телефоне ничего не разместили. С верхней грани находятся фонарик и антенна. На нижнюю грань телефона поместили гнездо зарядки и полноразмерный USB для зарядки других телефонов. Кнопки в этом телефоне большие, с отчетливым кликом. Нажать не то, что планировал, не получится даже в перчатках. Сама клавиатура качественная, прорезиненная, что является хорошей защитой от влаги и пыли. В телефоне есть камера, но о ней, конечно, нет смысла говорить. Она здесь скорее ради галочки, чем для того, чтобы на нее действительно что-то фотографировали. Разрешение у камеры 3 мегапикселя. Корпус сделан из прочного прорезиненного пластика с металлическими вставками, который не дает телефону скользить в руке. Защищен телефон по стандарту IP68, то есть телефону не страшны вода, падение с высоты 2 метров и пыль. Вес данного телефона 184 грамма, большинство из которого занимает батарея. Это и одна из преимуществ данного аппарата. Батарея здесь на 3200 мАч, что позволяет работать этому телефону до половины месяца в режиме ожидания. Плюс, если телефон друга разрядился, его всегда можно выручить благодаря этому аппарату. В этой модели есть возможность заряжать другие устройства прямо от батареи на 3200 мАч. В данном телефоне есть возможность установки сразу 3 сим-карт, что развязывает вам руки в тарифах и хорошо может выручить в путешествии в чужую вам страну. Что мы имеем в итоге? Это хороший дешевый телефон, который не боится падений, пыли и воды. В нем можно использовать сразу 3 сим-карты и радио. Это то, что нужно для экспедиции или работы. Также данный аппарат умеет заряжать от своего заряда другие телефоны, что может оказаться очень полезной функцией в далекой от цивилизации среде. Цена на данный аппарат вас тоже порадует. А купить данный телефон вы можете в нашем интернет-магазине tuk.com.ua. Подписывайтесь на канал. До следующих видео.